Зарочка. Девчуля наша. Вот это, Тань, уже деликатесы ей принесли. Давай, да, вот это, давай индюшку. Кусочки и... маленькие. Чтобы... Ну, а тут по-другому не получится. Зарочка. Зарочка, лови. Как бы одним отвлечь, а потом я... Давай. Конечно, тут очень-очень неудобно тут. Очень неудобно. Но что делать? Тут по-другому просто не кинешь. Кусочки я маленькие. Хотела. Давай, давай, кидай, кидай. Кидай. Вот это индюшатинку мы резали. Ну, маленькими кусочками порезали, потому что ну, тут... что делать? Тут по-другому не получится. Ну, вот же. Зарочка. Специально для тебя. Если тут можно было, мы бы, конечно, ей целую кинули, но... Тут по-другому никак. Кидай, кидай ей, кидай, она возьмет. Накидывай. Мы ж уходили, у нее тут лежала. Она взяла. Зарочка! Что-то увидела, наверное. Зара! Кого-то увидела. Зарочка! Зара! Кого-то увидела, кем-то заинтересовалась. А, там же эти кролики, да, там или кто кролики, там? Кролики, кролики. Кролики, побежала, кролики, побежала. Да, побежала. Ну ладно, пускай придет тогда. Там же кролики, она побежала охотиться. Ладно, придет, мы еще накидаем.